леди, справа бьем череп. Справа играем череп, леди не бить, череп зали. Сейчас будет контроль. Все, расконтролили. Квадрат нужно в контроль кинуть. Не убейте луну. Ауе, стопайте. Так, сейчас потише сделаю. А так, слышно, как я плаваю? Так, играйте в трэш. Вышел трэш. Во время трэша будет контроль. Стопаем ауе дамаг во время контроля. Справа помогаем добить трэш. РДД, справа сыграли в трэш, сейчас будет контроль. Кто первый войд? Контролим луну. Первое, я говорил, войд. Напуливаем на войда. Так, ради нашей безопасности стопаем дамаг, ждем третий трэш. Не бить леди, стоп, дамаг по леди. Ждем третьего трэша. Так, можно спеть гимн на ману. Антихам 2, гимн на ману. Так, вышел трэш, играем в трэш. Во время трэша будет контроль игроков. Помогаем слить трэш слева. Много хп у трэша слева. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Так, сова в контроле. Далфир, все в контроле. Все, переводим леди на пол на воида. И начинается вторая фаза. Вышел трэш, играем в трэш. Не ауешим своих игроков. Смотрим в комнате, появляются духи, отбегаем от духа. Да, блять, в комнате. Где же еще духи вышли? Смотрим внимательно. Пробежали от духов. Веди постоянно босса, когда появляются духи. Вышли с лужи. Сейчас будет контроль. Стопаем ауе дамаг по своим игрокам. Вышли духи. Расконтролили своих людей. Веди дальше босса. Луну не бить. Луну вихрь, пожалуйста. Спасибо. Встанешь сам? Геру крадите. Да, да, да. Вставай быстрее. Вышли духи, отошли от духов. Вышли все с лужи. Сейчас вышел трэш, переключились все в трэш. Давай, может, ставь тотем, пою гимн на ману. Что ты говоришь? Минин. Я тебе спел гимн на ману, этого хватит. Играйте дальше. Так, вышли духи. Отбежали от духов. Сейчас будет контроль, поэтому стопаем ауе дамаг. Смотрим внимательно, готовимся к контролю. Где-то притвори смертвым. Так, расфириваем своих людей. Духи в мили-зоне. Дилвас погибает смертью храбрых. Доксон, подымай Дилваса. Бейте босса пока. Опять вышли духи, два духа возле босса. Отбежали. Играйте в трэш. Вышел трэш. Играли все в трэш, потом леди. Так. Мак, выйди уже. Опять вышли духи. Опять смотрим. Опять отбегаем. Опять контроль сейчас будет. Внимательно. Контроль. Стопаем. Ауе дамаг. Расконтролили своих людей. Протопал в контроле. Протопал трэш, в контроле. Смотрите. Застаньте трусы, дайте, не знаю, вихрь. Отведите от лужи. Антихам, давай гимн на хп. Взорвали два духа, плохо. Играйте в леди. Леди, отхилились. Отбежали от духов. Да, вижу, 4 ляма отхилили. Бейте трэш. Леди, не трогайте, играйте в дух. В трэш. Жесть. Как она так отхилилась? Она? Возложение рук. Хорош. Вышли от духа, сейчас будет контроль. Опять стопали ауе дамаг. Расконтролили людей. Кресты, сова, маги, помогаем контролить, играйте в леди. Помогаем мне диспелить. Щит земли диспел. Опять вышли духи, опять пробежали от духа. Так, давайте на пол на Гелда, на нем нету стаков дебафа. Я в контроле был. Все, до свидания. Давайте на войда, на пол играйте в трэш. Вышел трэш. Нужно сыграть в трэш и отбежать от духов. Все в трэш сыграли, давайте. Через 5 секунд можете давать. Так, сколько там у леди? 5 лямов, ладно. Не давайте, рост не надо, рост. Сейчас будет контроль, 1 секунда, 5 духи. Контролим людей.
Вышли с под лужи. Законтрольте меня, стою в мелизоне. АУЕ с толпой, не бьем АУЕ дамагом, бейте леди точечно. Опять вышли духи, отбежали от духов. Сова, отбеги от духа, на тебя бежит дух. Еще дальше беги, не бей босса, беги от духа. Отказывайтесь от лута. Помогите реснуть павших. Да, интересно, можно посмотреть за хил по леди? Это я. Наверное, я возложение кинул. Да, нет, я имею в виду там, что ну, она 5 лямов отхилилась. Кровавая метка. У меня тоже возложение, я забыл короче, КД. На КД повесить. Она сейчас на КД, я в контроле ее отдавал. О, я не знаю, что кровавая метка хилит леди. Прикольно. Сколько раз она в контроль кидала танков, сейчас первый раз. Такой пробного. Ну обычно танки не катают, не качают ее. Да я обычно вешу ее на КД, забыл этот раз. А, да, давайте разберемся по луту. Пришествие, давай, трейд эти я дам щит. Где-то я не вижу. Кому-то надо еще вещи? Там кольцо подало. Да, кольцо на ДД, ой, на танк нужно. Кирилл. Ролим на мейн сначала. О боже мой, там осколок подал. Да, в ребре был осколок. Иди забирай. Сэдли. Больше никому не надо же осколок. Так, тут я рулил кольцо. Киуэ, ты на мейн рулишь? Да, да, мне я танк собираю. Давай, трейд мне дам кольцо. Угу. Киуэ, кстати. Я хоть и хуёвый танк, но все равно получу тебя пока что. Так что давай смотри, как я что делаю. Okay. А это сейчас при чём? Ну, это шутка. Впитываю знания. Бой. Я уверен, ты скоро 25 км будешь танчить. Боюсь. Чё, бой не скинулся? Идем убьем пак трэш. Сэдли, ты забрал осколок уже? А кто... Кто... Вот, Сэдли, Морден, кто из вас выше по очереди? Морден, ты есть в очереди? Его просили добавить, он там где-то последний должен быть. Ты Морден? Ты про Мордена? Ну да, он там писал в группу, короче. Морден, тогда осколки получай следующие. Забрали твой осколок уже. Кинули пацана на осколок. Пошли дальше. Он квест... Сэдли, ты два... Сэдли, ты два осколка забрал из леди? Прош. Негодяй, блядь. Ты чё, блядь? Ладно, в руку. Свет. Ты же не делал. Бери тиранцы все. Я запускаю. Ему еще 5 надо, просто лучше дать ему 5 все. Сейчас надо спросить. Мы будем биться со смертельным врагом. Так, наверное, надо будет наличие менять ДК и этого мага. И всего. Тогда мы да, если профа убьем. А, да, да. Профа убьем. Если убьем. Попробуем.
Что нам остается делать, верно? Смотри же за мной. Прям в таргет меня возьми и смотри. Это то, что ты пропустил 25 опыта. Можно его как-то отключить, чтобы таргеты брать? Так, есть решение. Можно вас всех понизить до участников и будете мутать друг друга. Мы тогда не говорили лишнего. Давай мы свой дом ролим. Кто проигрывает, того, короче, чувака разжалуют. Согласен. В принципе, давай. Можно и так. Идея дельная. Не-не-не, не дельная, в напычке не воду. Будет у тебя больше шансов. Ролли, попробуй. Я с тобой тут повезет. Кидай ролл, короче, ой, давай. Да я сейчас умру, как он. О, графит за Войда ролил. Вот, чё, отсосал, пошел ты. Подъезжай этого дурака. Давай еще второй раз. До третьего раза там надо было. Ладно, давайте мага бьем. Видишь, Джейна не нравится, как Войд общается. Да я скучу, Войд самый лучший пацан. Мне тоже не нравится. Не, ну да. Если не лицемерить, то Войд тварь. Но когда-то были друзьями. Ты сам, короче, видишь, что он отвечает, не? Да, вы такой же неадекватный, как и вы все. Да. Ну, а я побольше тебя его и да, адекват вместе взят. Ну ладно, да. Я с этим согласен. Ты уже бухой, Сань, просто. Да ну, бля, я нет, Сань, ты уже трезвый, но мы сегодня поздравляли, короче. Наших дам на марта, ну там перенесли, ну перенесли пришлось. Там потом еще зашли и, короче, и меня напоили. А потом я пришел, думал, в рейд схожу, мне позвонил брательник, говорит, подъедь, помоги машину откопать, потому что она засыпает тут пиздец. На тебя телки хоть дали? Не лутайте сундук, пожалуйста. Я думаю, что всех телок ты бы и сам не особо брал, там всем за 50 почти. Так это мой, типа. А, то есть можно, так это, давай твою фотку распечатаю, порекламлю им. Рися, Земеля, Земеля, здорово, белорус. Я всегда удивлялся, типа, что тебя алкашом называют. Так, секунду, подожди, надо определиться. Ты вроде не белорус, ты там какой-то анар, да? Да, да, но я белорус. С Беларуси, да, подождите, помолчи. Никон, у тебя есть сова? О, спекайся в сову быстренько, то 4 хила не надо. Вы запустили сурка? Таймер что-то не показывает. Желуд еще не раззнал. Да, это несущественно. Но запускайте этого сурка. Так, осколок. Морден тебе уступает великодушно осколки. 5 штук. Так, истерия 500 голд, быстренько. Так, плащ на ретрика. На кого еще идет? На Энха, кстати. Ой, я вот. Ищадие вызову, кинешь ему истерию. У кого выше ПР, можете сказать? Мой мальчик. Блин, надо будет макрос прописать. Готербола. Хорош. Так. Амулет на РДД. На кого он вообще писает? На демо Лока обязательно нужен. Его может забрать себе ШП. О, или чтобы не ролить колье потом. Или маг 5.5. Да? Маг. Альтернатива, но у него лучше сейчас же надето вроде как. Если у него хватает меткости, то лучше. Не хватает, хватает, но я думаю, что дальше не будет хватать. Ты сейчас просто стролишь грудь с вальки, и все, у тебя будет все хорошо с меткостью. А теперь еще перчатки без ГП. Так, дайте кулак по этим пороге. Так, кто кулаки, да, уже забыл. Сэдли, по-моему, да? Охотник на пуль на БДК, пожалуйста. Не как в тот раз. Никто не сорвёт. Так, тут раз. Крест, обновите на шамане. 5 секунд до боя. 3, 2, 1, погнали.
Давайте рост. Толп прост. Когда я говорю прост, это ты просто столб юзай, рост остальные дербовы без них это не юзайте. Чтоб не путались просто. Я слева двух мобов забираю, одного сзади. А луна это проблема ДК. Давайте в трэш играйте. Успел надотать 3 моба. Кастую пытку в ромб. Давайте в трэш играйте. Не заставляйте меня кидать ГП потом, если мы вайпимся. Войд, забирай двух мобов справа. Ну там сейчас оба твоих моба на сову шло. Потом, когда уже сова его откинул. Развис. Так, сейчас трэш будет. Давайте в трэш. О, ну доиграйте 40. Звезда. Кружок. А слышно сейчас меня? То это, да, как слышно, тебе сказать. Тормозил интернет, и меня чуть прервало. Давайте хильте метки. Две метки, графит Морден. Не бейте трэш уже. Ну, я это графиту и Мордену говорю. Столб, захиливай себя. Через себя кастуй цепуху графита. Сейчас выйдет последний трэш, нужно убить. Ой, забери, забери, я случайно забрал сурка. Трэш идет на сову. Сова, давай, корни, подкидывай, молодец. Раз в обилку нажми. Добейте луну, луна выросла. Пою гимн Атхи. А то 4 метки. Спел. Его осталось добить. Так, пожалуйста, танки откройте эти порталы. А я пока разрулю. Так. Киевое надо тебе на... кого-то там, на МДК, да, это, да, да, давай. На ФРД, да, у меня второй будет. Спасибо. Так, завоеватель. Паладин, жрец, чернокнижник. Так. Кто из вас выше по ЕПГП? Открыли портал, портуйтесь. Отлично. Тогда идем на чему? Ну, давайте сначала загрим. Валик. А простой завоеватель кому-то надо? Деньги там. Есть пару штук. Если вы отходите, АФКшить, пишите, стой, пожалуйста, там, Слав, об этом чате. Я приведу, Слав. Мы двух загрим сейчас. Ну, этот урзак меня беспокоит уже. Я сагрил одну, сейчас вторая сагрится. Что делать? Блять, Рома вообще пиздец. Гик, мой. Блин, зачем, кстати, ты материшься, Войд? О, нет. Ну просто опасная ситуация, Рома, ну как всегда, блять, я, говорит, сагрил. Смотри, я на скеле. Просто смотри. Я иду к тебе навстречу, кидаю слово силы щит. Просто молитва на скеле. Видели, я как ее обвел, охуенно. И три моба. Погнали. Давайте кастуем кольцо льда. Боят, рука на в дырку не пролезет. Ну пролезло все. Ну это. А ты про игру сейчас? Ну про Вальку говорил, но с намек. Да. Нормально. Прочитайте печат. У меня не было девушек больше, у меня одна единственная и неповторимая. Так, где Валька? Какой общий был? 317.
прогрессируем, пацаны. Это просто... А что там? Как ты сейчас агрил, это называется по-румынски. Подожди, скажи, что там за ДПС был? О чем вот? Что за прогресс? Обычно меньше 300, короче. Так у нас рейд с этими, с вагонами, поэтому 317, стараются. Они хотят 400к ДПС в каждом рейде. Ну не 400к, на 360, короче, я бы собрал сейчас было. Понятно. Вот, я был где-то на 4-м месте. Так, этих пирожков надо убить. Да, два моба и поставил две метки. То. Если слабые ВДК и маг, которых ты хочешь поменять, то просто сложно возле них. Проще пойти к вам на кровавые, чтобы ну с ними убить больше им льда и все прочего, ну, шмоб, потом пойти сюда. У нас не будет проблем на профит с ДПСом. Ну да, это да. Да, спрыгнись, пожалуйста, в танк, да, не пойду чайку себе сделаю. Можно так поступить? Да нет. Ну это можно. Если Даня согласится, пойдет тебе навстречу, так сказать. Все, он спекнулся, я пошел на 2 минуты. Отлично. Даня, если бы у нас был ДПС 240. Так, я же забыл, что ролю. На этого. Кому-то надо силовой плащ с гниломорда? Кого? С гниломорда силовой плащ падает. На ретрик. Да не, он... Ретрики не носят тот плащ. АДК. Его АДК только. АДК и силовой. Ну вот, я ж, вот. Я ж хотел на АДК зайти на гниломорда, поэтому и спросил, кто-то ролит его. Ну, по ЕПГП, разумеется. Просто чтоб я не заходил, короче, мы убиваем босса, падает плащ, тут такой... Какой-нибудь там, не знаю. Ну, кому не надо, ролит его. Паладином, так что можешь забрать. Забыл же написать, что на АТК нарушение правил. Меня кинули. Так, можно согреть прелесть. Давайте, есть время. Погнали. Можно давать бурсты. Время есть. Так, давайте кольцо льда и гнев небес, вышел трэш, а потом бус убьем. Так, я думаю, вы втроем захилите, у вас все хорошо получается, а Никон будет в сове. Но это только на гниломорде и на тухлом. Так, да, сейчас посмотрим. Так, антихам, Еларш на рейндж, две совы, 4, кант 5, протопал 6, ЛМ 7, Звездник это... Нет, я буду АДК. 8 графит. У нас мини рейд. Ну тогда Шейдоу Мор на рейндж будет выходить тоже. Огнежок. Ну давай ты на рейндже вместо Shadow Morda. Если кто-то из вас умирает, я говорю, Нику выходит, выходите на рейндж. Так, держи Ирелла пока. Я... Оф, ну и зайду на ДК, даже хватит на одного босса просто. Там ловушку вызвали. Давайте гнев небес.
А вонючку убейте. Мы все убили. Так уж, да? Да. Мы две собаки убили, ты че? Жесть такая. Олег, не так сильно экономим силы, не так сильно. Вон Джемми поэрели потом, или че? Мы все убили с первого трая. Сейчас выйду, что-то зависло. Поставьте пока шкаф. Сейчас мне перезайду. Плюсик. Пролазь, дай. Так, если не пришел Джейми, то я могу потанчить слизни. Я пришел. Хорошо, тогда сумму. Приятного аппетита, Джейми. Спасибо. Спасибо. Так. Так, все знают, к кому на дистанцию выходить. И закинь этого паралайза еще вместо Перчева. Первый там. Давайте напомню. Еларош Никон. Первый. Доксон, я понял. Доксон, Лизнита там 4, Графит 5. Огняжок 6. Гетто 7. Джейми 9. Вот так вот. Там лутер на кресте остался. Вот так вот. Надо поменять лутера. Сейчас поменяю пати, секунду. Надо вспомнить это все. Давайте чек на пул. Так, стол поставь, еще тотем на силу природы, кстати. А, нет, не ставь, у тебя другой тотем, лезь не тотем, лучше поставь. Не на рейнже. Я до другой стороны просто... достанет. Не, просто в центр поставишь и отбежишь, блевота не сразу кидается. Все. Все так, все готовы. Тут нету макроса на пол, танки начинайте так. Столб, давай рост. Уже появляется, смотрим, сова. Доксон, отбегай вправо. Гетто, на ней болезнь. Доксон, подальше от рейда отойди. И выбегай влево, строго вправо, а не вперед к рейду. Ну ты можешь стакать раскол или нет? Или у тебя руки крюки? Ты можешь нормально объяснить человеку? 4 раза сказал, что надо стакать раскол. Сейчас мы решим этот вопрос, бейте босса. Так, Рэд, забегайте за спину. Большой слизень в рейде, забирай. Так, Хант отбегает лужи. Захиливаем столба. Пока все нормально. Забегайте за спину, босс. Всегда забегайте, когда босс блюет. Не напрягайте хилов. Шедумор, давай, наезжай ледяной иглы.
Антихам, прожми точку, уход в тень. Могу. Антихам, уход в тень, прожми точку. За спину забегайте, Рэббит. Так, лужа под четырьмя игроками, отбегайте. Доксон, отбегай. Ты видишь, что лужа под тобой? Не дамаж босса, отбегай. Так, большой слизень в милизоне. Сейчас у нас будет взрыв. Очень близко к центру. Давай Сакру. Так, взрыв пошел. Отбегайте к стене. Набрали дистанцию и к стене, только не под морду босса. Прожимайте там свои дефобилки. Можно гимн отхил дать антихам. Встали на рейндж, кто был на рейндже, остальные под босса. Сейчас будет блевота. Так, большой слизень возле босса. Можете уже добить один лям остался. Плащ упал, ура. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Но есть отличные новости. Ну кому же не надо? На мейн кому-то надо? Мне просто надо. Ролл. Да я поэт. Окей. Так, бисовые перчатки на Феррелла, на Урика, на Рогу. На Трисию. На Трисию. Давайте мне посылайте по почте. Так, Морден выше. Так, Морден, дружище, ты в РК. Это ты не стакаешь раскол? Тут два вара у нас всего лишь, да? Начинаешь шоу так. Интуиция тут. А, Век, надо. Ты видишь, что там человек очень нервничает, когда ты не стакаешь. Начинает срываться. Когда двое стакают, и быстрее идет 5 стаков. Что с тобой? Алло. Морден, тебе звонят. Там просто... Если другой первый начал стакать, то ты просто не увидишь, но на самом деле раскол будет. Вообще это видно мелкими дебафами, когда испержуешь аддон эксперл. Там просто если Джерину дадут права на кик из гильдии Морден, то ты в его списке уже. Ты учти это, пожалуйста. Как вот, смотри, мы решили, мы, как это сказать, мы нашли выход. Морден будет первый стакать, он будет видеть свой дебаф. Отлично. Сейчас подожди, я скажу брату, там есть еще табычки, отличие в том, что будут лететь эти слизни, короче, под тебя. Если лужица зеленая появляется, отбегай в сторону. И все. Вот, тогда расскажи про проху ему еще. Я не очень хорошо рассказываю людям. Просто могу проговаривать. Сейчас, да, обновить сказки. Сейчас я на приста зайду. Димон. Джерин, я есть в твоем списке на кик или нет? Нет. Ты понял, Трися, блядь. Кто есть? Да как можно Рому кикнуть? Это ж пиздец. Клоуна кикать это не надо. Поэтому Войда до сих пор не кикнули. А Войд не клоун, Войд это пиздец. Трися, так как мы с тобой земляки. Или кто там каску бахнет? А я щиты бафаю, бафну щит тебе. Не, не надо мне щит, мне каска надо. Ну, бафает Седли, по-моему, да? Да, мне каска на вару бафну. А, Дило, значит, бафает, слакает, чувак. А, да, блин, Дило, знай, каска на вару. Сейчас, Дилл, сейчас. Дило, это палпер в списке на кик, если бы не закрывал Дило. Я тут общаюсь ВКонтакте, не услышал. Извини, что помешали. Даже если так. Да не, отделался за что кипеть, нормально, чё? Не, я говорю, давай, давайте чек на пул. До сих пор нету каски, я уже сказал это 8 раз. Я ж тебе дал каску, не может ты быть. Ты не путай, это ты мне не дал каску.
Простите, махните кулак по друидам, а ты случайно. И вот, блядь, главное же каска висит, и ты ее еще бросишь. Ну, блядь. 3 минуты, тут бой не длится 3 минуты. И когда висит, сколько времени надо, я ничего не прошу. Ну ладно. Кулак дайте еще по друидам. Седли, дай кулак по друидам, и мы начнем. Да. Седли, дал баф? Там как-то. Тессер, на тебе есть кулак? То я не вижу просто. Странно, значит багнулось. Ладно, пошли. Ребем на пул. Завис сончик во время пула. Дело сказку на ханта. Паладин, давайте вы будете проверять перед, там, не знаю, если кто-то умирает, вы сразу бафайте и все. Проявлять уважение? Да, проявлять уважение к своим. Да. Маму выводу дали бог. Славик, сорвали или боб дали? Я ничего не понял. Какая-то не, колонка. На воде не было бопа. Нету дебафа не было. Какая-то коронка показалась, там мне показалось. Ну да, точно может быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 человек, блин, какого хрена? Стоят куча. Я иду за печеньком на секунду. Попробуй. Ой, у меня ревностный проб. Ну давай саку. Прости, а. Сейчас ты чего бабл-то не нажал? Передамажила Джерри на скрин. Это норма. Надо тебе где-то на Энха кому-то. Еще и не фуловый хант. Передамажил Джерри. Забыл подчеркнуть баганный хант. Передамажил Джерри, но вот так лучше будет звучать. Херня, это сказки. Давай уточним. Баганный хант передамажил баганного Джерри. Давай, не спекайся, вердру. Без сказки еще с пула. Да. Без раскола, да, наверное, еще. Без баганой каски. Без баганого пула. А что там третье? А что там третье? А, то там. С пояс, бесполезные брюки. Осколка не было. Нет, там пояс и ткани не было. Что там, осколок выпал? По-моему, не было.
Вот это я втыкаю. Давай, я расскажу тут. Сейчас, тут секундочку. Да-да. А, хотя ладно, говори, говори. Тут на переходке два слизня будет, красный и зеленый сразу. И будут дебафы красные и зеленые на участниках рейда. Сначала надо всем отбежать к столу и там встать. Вот, потом, когда слизни выберут свои цели, ну, красные могут, кстати, начинать бить сразу. Зеленые отбегают к столу и там ждут. Красные сразу бьют. Вот, какая на тебе метка, того слизня ты и бьешь. Вот, если зеленый отбежал к столу, постоял там, слизень выбрал цель, пошел бить зеленого. Вот, когда зеленый подходит к своей цели, надо в него сбежаться. Вот и все. А, еще тут чума есть. Чума кидается, ну, на одного игрока, ее надо подождать где-то секунд 10 и потом передать на другого. Вот, типа того. Если ты будешь ждать долго, то она начнет бить сильнее, сильнее, там по 5к уже будет тикать, потом тебя убьет. Так, вот рыбу поставим кушать. Так, слушайте, напомните, как мы проф убьем? Стопаем или нет? Стопаем, да? Забыл. Стопать уже. Можно, не стопать. Ладно, давайте стопать будем. Фрилуд поставь, он не может. Фрилуд, да. Давай попробуем, каждый сам на себя. Не, на тебе лут был, Сэдли. Это плохо. Дай ему лидера, тогда он сможет закинуть свою сумку. Если он заберет лидера и распустит рейд. Да, конечно. Теперь ставлю. Он уже тут, все, он стоит уже на профиль. Все, давай тогда РЛ обратно. Девчи покидает группу. А не. Я не понял, я бью с пула и вы бить начинаете? Или я буду стоять в стороне? Да, будешь стоять в стороне, будем стопать и бить зеленого слизня на первой фазе, понял? Я вот игрок. Рок. С новым игроком ты можешь использовать куклу на все 100%? Да, конечно. Пришествие тут? Пришествие еще не пришел, подожди. Пусть так это раскол и пить лужи. Да, давайте я выпью пока куклу и буду ходы собирать, пока пришествия нет. А потом мы спулим, когда он придет. Прикольно будет. А что делаем? Что делаем? А чего? Да, без замедления. Да, он баф, блядь. Он баф, да. Так. Пришествие пришел, пришла. Кто такой Фури Мёрдер? Пишет, слот есть, нет? Это в ЧС. ЧС? Дилл, стот, пришествие. Не, я не знаю на самом деле, кто это. Это Фурик, да, наверное? Да это же тип, по-моему, который кинул Вадана тогда. Не-не, это не другой тип кинул Вадана, но тоже какой-то нехороший. Так, все готовы? Иди пей куклу. Будем стопать. Простите, просто документы принесли. А мне пульс? Не слышно, что ты говоришь. Документы, говорит, принесли сейчас. Права выдали. Да нет, мне принесли. Все, давайте, начинаем. Немножко бьем там. Милики, появляется зеленый слизень. Становимся в одну точку. Давайте, это будет условная точка Guild Череп. Вот, и бьем слизень. Когда вас откинет зеленый слизень, вы к нему не бегите. Стоите, ждите, пока выберет цель следующую. Тогда начинаете бить, избегаться от цели зеленого слизня. Стопайте, профа, стопайте. Не бейте профа. Опасно. Ну, рассказал, не переводим на стопы. Так, выходит зеленый, играйте в зеленого. РДД, вот. Так где кружок стоит, вот здесь и стоите. Так, милики, не бежать к зеленому. Ждите, пока цель выберет. Милики, не бежать к нему. Дилос, тупой баран. Извини, пожалуйста, за оскорбление. Да так оно и есть. Доксон, подымай Дилоса. Смотрим в своей цели дебаф. Красный бьет красного, зеленый к столу. Забафаем этого пала Дилоса. Бейте свои цели. Давайте, играйте быстрее. Джелис, передавай чуму. Так, сбежали к зеленому. Ход. Поедим на хил. Смена целей красного сейчас будет. Добейте красного. Милики отбежали.
Бежались в череп. В череп сбежались. Отлично. Перевели. Ход ты, кукля, умоляй. Никон, выбирай цель, кукла. Собирателя, луж и давай буйный рост, омоложение по нему. Смотрим на пельмени и на колбу. БДК будет вести профок зеленому слизню. О, я поймал пельмень. Где це? Это ГП. Нет. Падаем. Нет. Сейчас выходит зеленый, скорее всего. Нет, красный. Так, пельмени, РДД зона. Что-то подвисаю. Давайте красного сыграли. Так, на мне газовое вздутие веду через мили-зону. Так, все, убили. Пельмени пошли. Бежали от них, эти босса. Сейчас появятся колбы. РДД встали так же, как стояли на первой фазе, только следите. Скоро будут пельмени, когда будет выходить зеленый слизень. Главное, отбежите от пельмени. Так, выходит зеленый. Играйте в зеленого все. Пельмени в РДД зону. Играйте в зеленого. Так, миликов откинуло. Милики, они бежат к зеленому. Ждут, пока цель выберет. Двигайтесь в череп. Все, добили зеленого. Отлично. Скорее всего, будет только один слизень. Это красный. Опять пельмени пошли. Колбы там, смотрите внимательно. 5% до переходки. Стопайте по профу. 3%. Стоп по профу. Escape нажали. Играйте в красный. Хватит бить профу. 1%. Ну ёб твою мать. Все же хорошо идет. Не бейте профа. Джерри, не бей профа. Его бьет вообще центр. Играйте все в красном. 2. 1. 0. Да, да, да. Идеально. Нет, еще не идеально. Встали. Давайте. На ком зеленый дебаф к столу все. На ком красный, начинаем бить красного. Мелики отбежали от красного. Столб, давай рост. Антихам сейчас откинет зеленых людей с дебафом. Проешь гимн отхил. Давай, гимн отхил. У меня КД. Отлично, тогда не пой. Добейте зеленого. Так. Нет, повезло. А, на пельмени пошли. Осталось добить профа. Стоп, давай ТТМ на ману ставь. Спою тебе гимн. Джей не знает, что делать. Два стака уже. Сейчас будет третий. Из диванов на мне три стака. Ничего страшного. Ты не умрешь. Мужики, отошел на 5 минут. Надо спуститься вниз, машину толкнуть. Сейчас я приду. Это у нас тоже снега пизда просто. Ок. Так, колба на ретрик. На офф кому-то. Сэдли, ты все осколки забрал уже? Стухлика же не смог бы не забрать. Еще один осколок на морду. Отойду на 5 минут, Олег. Он не смог забрать, просто забагался. Держи вот колбу тебе как бонус-приз. Утешение за осколок. Спасибо, что уступаешь. Токен. Один жрец, чернокнижник. Ролил только пришествие. Держи, Сэдли. Сэдли, спекайся в протопала. Потанчишь трэш. Отходи где-то. Блин, я сейчас сам туда подойду и разролю его. Попробую, по крайней мере.
Ой, да, Невасав тоже спекай, если поможешь потанчить. Можете поставить шкаф, если нет боя, меня суманите. Нет, нельзя. Не могу отдать скул. Каску кулак поворубал. Так, пошли по контролю мобов. Рэд, стойте здесь. Еларш, Джелис, пошли за мной. Лараж, тактика, Делос, кружок, Лараж, звезду, Джейлис, квадрат, я все остальное. Пошли контролить. Идите, что бьем? Рослого? Да, Рослого, дурака. Теперь низкого бью. Да. Квадрат. А, нет, уже все. Так, подождите. Кто у нас тут? Давайте командира сначала. Надо откидывать его. Да, дам, я забыл просто про него. Давайте теперь кружок. Так, пока добиваем последнего моба, расставляем метки на следующий трэш. Там еще один стоит. Я знаю, я говорю, пока добьете, я расставлю метки. Так, Еларш, тебе звезда. Джейлис у нас кружок. Дилос, откатился скилл? Естественно. Тогда ромбик тебе. Мне череп. А мне скиллуха без КД. Что ты говоришь? У меня скиллуха без КД. Так ты баганый. Ладно, пошли контролить. А, антихам ничего не делает уже. Так, бьем Рослого. Давайте кольцо льда сагрели лишний трэш. Кольцо льда, теперь гнев небес. Не бей Пулпер, вот Пулпер он тактик не знает. Я не бил. Нет, ты бил. Че ты умер тогда? Не знаю, на мне три моба сагри. Че это? Конечка помогает. Может быть. Давайте захиливайте Гелдена, они много стаков. Два БДК в контроле. Давайте еще раз кольцо льда.
катанки в контроле. Давай, гнев небес можно повторить. Бейте череп, это тактика. Два БДК, опять в контроле. Опять гнев небес, и давайте кольцо льда. Живем 5 секунд. Давайте кольцо льда. Три жмага есть, а только один. Так, Гетто, поможешь мне с кинетикой? Тогда в Дане потанчишь тоже босса, пока Джейми куда-то грузит свою машину. Да, я тоже скажу тут. От Геры тут отличие от обычки в том, что у тебя будут стаки копиться, когда будешь бегать. И они дамажат. Вот, поэтому надо перемещаться как можно меньше. Как можно меньше отлетать. Поманите, я тут. Давайте шкаф тогда. Так и фигня не отлетать там. Стоять подальше от босса. QV не надо, QW не надо. Давайте баф поваром. Подтверждай сумму. Нету. А, ну сейчас будет вот. Так, у тебя бафы есть. Ну ладно, обновите еще разок. Все нормально, я так потанчу. Так, ну давайте. Я танчу Келесета. А что, Войт, что ты танчишь? Дайте каску, пожалуйста. Войт сагрил уже. Ну значит, такие. Войт сагрил. Я вижу, Войт. Каску по барам. Да все, я бафну Джерин, хватит пиздец. Набираем дистанцию. Будет Волонар и Вихрь. Столб, давай рост. Дашь Сакру на первом Вихре. Так Роману. Вурдалак Васабик обьет мое ядро. Я его контролирую. Можешь контролировать, пожалуйста. Не могу, я просто ДК. Он у меня неконтролируемый. Неплохо. Он все равно той сфере ничего не сделает. Так, давайте в Талдораму и следим за шариком, который будет с него вылетать вихрь возле босса. Так, Доксон, это ГП. Поднимайте сферки, я упал. Поднимайте сферки! Все престы на кинетике. Гетто на кинетике. Десер, поднимай Доксона. Доксон, поднимешь меня, певчего. Десер, пожалуйста, отвлекись от своего ДПСа, подними людей. Хорош. КД. Тереса в бою. Кого-то пупера не делай так больше. Но Бер потратил на трэше. Почему? На Вара почему? Зачем-то. Давай здесь сейчас потратить его. А кого ты мне сказал рестнуть QV? Не, Доксона, чтоб он меня рестнул, чтоб я побил кинетику спокойно. Умирайте, Волонара. Дистанции опять набираем, сейчас будет вихрь. Разбежались, вихрь. Кинетику главное подбейте, присты. Чумой, не пыткай, чумой. Кинетика падает возле ворот. Чумой подбей. Кинетика падает, еще одна возле босса.
Опять разбежались. И кинетику подбиваем. Ни в чем, ты на кого ЕП получаешь? На это вас, на эту сову? Отлично. Тогда тебе сюда кину ЕП. Поднимайте людей. Не отбегаешь от сферки. Вайпаешь рейды. Замедляешь нам время. Надо на будущее тебе просто. Объяснить, как отбежать от сверху. Ну, я ему сказал, выходит шарик с Талдорама. На тебя даже кидается, как это, объявление кидается на экран. Такая какая-то сфера движется на такого-то игрока. Сказать, что надо бежать к Рейду, чтобы разлететь по человеку, чтобы его не обязательно к Рейду бежать, можно просто отбежать, прожать спринты на коте и отбежать. К Рейду подбежать, чтобы разрядило, не сильно продамажило Рейд и все. Можно и так, как угодно. Никто не пострадает в двух случаях. Так, давайте по контролю. Лараж, давай, звездочка, ты. Джелис. Бля, я забыл про лут. Давайте потом разрулим уже. Да там у тебя последний осколок на шейм остался. Сейчас я распределю метки, пойду разрулю лут. Не переживай. Джелис, кружок, лараж, звездочка. Звездочка, дело вас, череп, идите, бейте трэш. Главная тактика, сливайте. ВЦ с шемом. Ладно, не буду тебе кидать КП. Надеюсь, ты понял, что надо бежать от этого шарика. Я тут понял, если хочешь, кинь, я же не против. Да не в этом суть. Так, если надо кому-то плач на танка, пишем. Вот разрулим перед ланом, чтобы не терять время. Рафид, дружище, подойди уже. Помоги нам трэш убить. Видите звездочку, тактик. Контроль от хилов и танков. Кого в жезл падал? Да-да. Сгнила морда и валит рейд с духом падает. Топовый. Давайте посчитаем, это сколько боссов мы убили уже? 8 боссов убили, да? Выпало 7 осколков. Но он только 6 забрал, потому что один забагался.